have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! У нас тут творится форменный беспредел. По-моему, в Horrific House добавили новый темплейт, когда домики находятся по кругу. Я такого раньше не замечал. Залезь, пожалуйста, спасибо. А вот, выглядит довольно необычно. А у кого это приятная зима, домик? Ой, я замерз. О, новый ивент. Demon Gate will open. Демон Гейт? Да, но я там был замерз. Что там за труба между домиками? Я пытаюсь смотреть, что происходит вокруг. Ай, меня ударили, блин, я же А почему? Минуточку, это раньше так работало? По-моему, если ты был замерзший, то на тебя, в принципе, ничего не влияло. Ой, блин, смотрите, какую фигню сделали. Теперь я могу, когда мертвый, я могу видеть контуры всех тех, кто там живой. Это ничего сделали интересно. Да. Ты когда сдохнешь, посмотришь. Я уверен, что не будешь жить вечно. Ой, еще это в моем домике труба какая-то. Сейчас я за тобой понаблюдаю. Вот, я смотрю на тебя. Это легкий намек, что тебе труба. Так, ты уезжаешь вниз, не надо. Софо. Чё это у тебя? Ой-ой-ой, у чувака меч, надо бежать. По-моему, ты оказался слегка. Там внутри 3-2 человека. У них меч. Они друг друга мутузят. Блин, а я читер, я все вижу. Мне кажется, ты опускаешься. Скатился. Ты прав, я опукаюсь. Не надо опукаться. Залезь на крышу. Ты можешь. Нет, не туда. В принципе, на крышу и вот сюда. Ага. Ой, если я умру, то я стану фениксом и перезаражусь. Круто. Перезаражусь. Яблочным ковидлом. Ну все, они мертвые. Нет, я мертв. Зачем? Ты же стоял на ровном, зачем ты прыгал? Но я жив. Кстати, да, ты феникс. В клетке безопасно, всегда безопасно. Весело и без опа. Снова. Помогите. Че, на беговую дорожку поставили? Блин. Бонг. Бонг. Слушай, получается за то время, пока мы... Кто-то широкий. Эй, это я, широкий. Уайт, глупский. Ой-ой, дождик. У тебя крыша есть? Нет. А, прикольно. Тебя поджарили. Ой, а там нашествие зомбей. Ага, ну ты же в безопасности. Какой-то дом превратился в иглу. Хорошо, хоть не в иглу. Так, посмотрю на нашествие зомби с другого ракурса. Зомби с... дубинками. Они конечно, в банке. Надо их закрыть крышкой, если они в банке. Где я? Не. А что с тобой? Мой дом пропал. А ты где? Я умер, потому что мой дом пропал. Да, их осталось два человека. Зомбя и Санта. Карлос. Санта-Карлос. Не Санта-Клаус, а Санта-Карлос, блин. Ай, чувак, тебе с ником повезло. Ну, не то, что с ником повезло. Понятно, что ты его делал и все дела. Но сочетание получилось довольно хорошее. Санта-Карлос. Так, я думаю, что
Можно выйти что? Из наблюдения. Ты же видишь эти очертания что? Людей внутри, видишь? Я даже не посмотрел на очертания людей. Я сейчас делаю себе дом красивый. А-а-а. Ну, делай, делай. Спектрум? За 700? Ух, ребята, извините. А чё так дорого? 700 рубаксов, вы офигели там, что ли? Они по что, по-вашему, на деревьях растут деньги? Так, тут сверху ничего вроде... Ууу, посмотри в этом какой чувак. Ну-ка, сейчас доделаю и посмотрю. С твоим скинчиком. Ну, с твоей головой, по крайней мере. О, вот, давай... смотрите, ринг. Ринг это... По... Я бы на самом деле сайдвейс взял бы. Я тоже сайдвейс хочу. Это очень упоротая карта. К тому же тут будет весело играть. О, у нас я возьму себе смена какого-то. Чувака произошла. Sideways, отлично, оно выиграло. Ну, в принципе, за него практически все проголосовали. Я чуть не умер. Так. Зачем кому-то приходить в твои сны? О, привет. А мы, блин, а мы на нижнем ряду, это не очень хорошо, привет. Я был на верхнем. А, ты прилетел? Да. Что это за скин упоротый чела? Какой я упоротый чел? Рядом с тобой. Это медведь. Please don't. Don't what? Моргает. Don't the cat? Тут-тут. О, кто-то пролетел мимо. Главное, пролетаем... Что там горит? Что-то что? Улетело? Что это было? Дом улетел. Там что-то улетело. О, ты зомбя. Сейчас будешь. Я не... Нет! У вас еще и лайфлайн. Где она? А что у тебя глаза горят? Это потому, что у меня питомец такой. В смысле? У тебя же была рыба. Ты поменял питомца? У меня особая аура. Я опасный. Ой, блин. Сейчас зомби до тебя допрыгнет. Она не допрыгнет, она не сможет. Я ошибся, кстати. Это же не лайфлайн, это электрошок, да? Нет, так-то... Да, да, это электрошок. Лайфлайн это такая зелененькая. Это лайфсакер. Как думаешь, я допрыгну до тебя? It's the life, sucker. Не надо, я бы не рисковал бы. Вот, а смотри, чувак не допрыгнул. Да, вот тебе наявно. Эй, у меня MC Hammer. Can't touch this. Боник. 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 О, Боник. Зомби превратился в йоду. То есть, по факту, он остался Боник. Зеленым, но суть поменялась. Просто посмотри сзади тебя. Он сейчас прилетит к тебе и сделает тебе зомби. Он не прилетит ко мне. Йода умеет летать, ты же помнишь? Да, я помню то, что он умеет летать. О, у меня хот-дог. А что делает хот-дог? Он горит. Что делает хот-дог? Хот-дог, съешь хот-дог, проверим. Ох ты ж, ё-моё. Американский хот-дог. Это был американский хот-дог, явно. Ты посмотри, какой я стал. Я стал американцем. Вот теперь я реально Уайт Лупский, а? Горящие глаза, это, конечно, прикольно. Можешь вот по тому улью ударить? А! Чё, куда? Кто-то сзади меня телепортируется. Это не я. А ты где, кстати? Я превратился в ледышку, и мне дали меч. Ничего себе. Чувак меня замораживает, я пытаюсь его убить мечом, но он от меня, по-моему, сбрызнул. Сверху фигня какая-то происходит. Где? Я прямо вот, над я, тобой. Я прямо над тобой. А, так вот что там за фигня происходит. Вот это я пытаюсь убить его. Нет, куда? Стой, что? Почему я здесь? Извините. I have no idea, что происходит. А как я должен выбраться? Я же упаду нафиг, вы чё? О, у меня Федора. Чувак. Тут, короче, эта штука сейчас будет заполняться жидкостью, но как выбраться, если я как только выберусь, я упаду? А если я не выберусь, я утону. Это как? Это честно? Стой, или вода набирается... Стой, а вода набирается в другую сторону! Слушай! Что? Я Пикл Рик. Ты тоже Рик, и я тоже Рик. Мы с тобой два Рика.
Только ты Рик певец, а я пикл Рик. Я упал. Зачем? Блин, офигеть, вода набиралась в другую сторону. Вот к такому же меня не готовила. Ракета? Там ракету готовят! Да, я хотел попасть на ракету, но мне не дали. Как вы могли? А на ней можно как-то улететь, или она уже все? На ней можно улететь. Если я победил! Ты победил? Я победен. Ты победил! Ей! Давай еще раз сайдвайс, это было весело. Это настолько... То, что у тебя лабиринт... Это, по-моему, первый раз, когда я выжил в водяном лабиринте, потому что я никогда не успевал пропрыгивать. У меня всегда не получался паркур, а тут... я сначала испугался, что куда мне деваться, а потом вода пошла просто в другую сторону. У меня уточка-джентльмен. Крутая уточка-джентльмен. Ей! Смотри на мою уточку. Ну-ка. Блин, не успел. Ну, мы с Таней соседами. Дайте мне верхний этаж, пожалуйста. Мне на нижнем не очень понравилось. Эй, я на самом верхнем этаже. О, привет, сосед. Серединка наполовинку. А зацени мою утку. Где видишь ты? Видишь ее? Я в самом верху. Желтый дом. Я понимаю, но я не... А, во, вижу утку, да, вижу. Помнишь ее? Помнишь, Джейк? Классная утка. Утка реально хорошая. Прям практически такая же классная, как мой плащ из котов, но все же. Кэнди? А что делает Кэнди Кэн? Короче, я сказал чуваку, now we're gonna let you down, и все, и он упал. Соврал. Внизу чувак, которого зовут Изизи. А что делает конфетка, тросточка вот эта вот? И она делает, короче... Хавать ее или нет? Короче, Sugar Rush. Хавать ее или нет? Если ты ее схаваешь, ты будешь очень высоко прыгать, и ты будешь быстрым очень. На время или вообще? На время. Жаль, тогда не буду пока что. Что это за фигня появилась? Черт, вода! Что это за столб воды? А, это вода, которая должна была быть там. Точно. Подо мной появился этот лабиринт. Блин, получилось так же, как в прошлый раз. То есть, если я сейчас прыгну к себе в дом туда внутрь, то я утону. Спасибо, не надо. О, нет, я в самом низу. Кто-то умрет через минуту. Так. Так, кто вообще остался? Ты, я, чувак, Изи... Все, я что сейчас ли? Взорвусь. Я взорвусь. Уи-и-и. И свидание. Дом пропал. Да. Вселенная решила избавиться от тебя таким способом. Так, у меня появился Боньк. Но я не дотягиваюсь до чувака. А он замерз. И у него появился Боньк. Эй, я тебя вижу. Наковальня. Бздынь. Буду за тобой следить. Давай. Ты просто Лабиринт. Стоишь. Да, спасибо. Спасибо за инфу. Я в курсе. А мне бы, чтобы это... у него появился световой меч. Он заморожен. Я понимаю. Но, блин. Опасно. Эй, вас всего лишь двое. Да, поэтому я хочу, чтобы чувак сдох. Ракета готовится к запуску. Так, у меня хилка. Реверс тайм. Нифига себе, чувак, ты посмотри. Там у кого-то дом стал аж величиной до сюда, до спавна. А, все, я выиграл. А что с ним случилось? Чувак, я думаю, он ливнул. О, давай рэпид. Рэпид. Ну, давай, рапид. Это будет реально быстро. Смотри, у чувака был дом такой длинный, большой, и все. Ну, нормально. Насчет сплив. Давай, может быть, сплив. Давай сплив. О, у кого-то медведь замороженный. Шплив. 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 Шплив.
О, у меня 250 токенов. Но что-то цены подорожали. Видишь, дорого в наши дни жить. Лив. Ага. Ой, я очищу себе площадку. Ага, то есть поэтому можно ходить. Но оно пропадает. Да я вижу, спасибо. Я пингвин. Но у меня снежный дом, и я пингвин. Красота. Ну, очистил ты площадку. Ну, поздравляю. А если мой дом резко загорит? У меня, кстати, в доме какой-то утырочек сидит. У тебя есть еще шанс перепрыгнуть? Уже нет. Прощай. Оторванная от цивилизации. Что ты ко мне пристал, блин, чувак в коровьем шлеме? Корова. Му-му-му. Вон, кстати, у чувака дом задымился, и ему весело. Держи, так, держи тортик. Интересно, кто хочу... тортик получил. Ой-ой. Залезай на крышу, я чувак. На крыше, чувак. Я на соседней крыше. Пингвина видишь? Да, я вижу пингвина. Вот это я. Я думал, это питомец чей-то. Я же сказал, что я стал пингвином. Кислотный потоп. Блин, все домики покрасились. Ну, нет, не все, кстати. У меня желтый домик. Да-да-да, лимонные шарики у тебя. Чей-то дом превратится в замок. Фух. Давайте. Фух. Хотя в данном случае замок, это было бы неплохо. Это более безопасно. Никто не дождь начался, они все задохнутся. О, я Эфель. Смотри, Эфель? На меня. Круто, я пингвин. Да, о, у меня газмаска появилась. Чувак, я Эфель в санках, смотри на меня. Блин, это прям эпично выглядит, круто. Они там подыхают, задыхаются. Задохнется там только один или два, к сожалению. Залезай в дом. Слушай, восстанавливаются тайлы. Природа настолько восстановилась. Так, у меня тут печеньки, у меня тут книжечки. У меня тут печеньки и телевизор, и кресло. Вроде как у нас приставки где-то были, только их надо поставить, да? Да. Угу. Фух, закончилась метель. Я не могу залезть на крышу. А я могу. Тебе не надо крыша. Слушай, слушай, пожалуйста, защити меня, у меня снег. Мне снег нужен. Я залезаю к тебе, все твои книги сгорят. Ой, подарочек. Вся сгорит, как библиотека Александрии. О, у тебя подарок. Что у тебя? Пружина. У кого-то меч. Я продолжаю гореть. Я тебя поздравляю. Нет! Нет! Разве пружина не должна сделать так, чтобы я хорошо прыгал? Смотри, красная пружина делает быстрее, синяя позволяет прыгать, а зеленая регенит быстро. Каким образом пружина делает тебя быстрее? Ладно, значит я быстро бегаю. Я думал, что я буду прыгать. Та слезь ты с моей головы, блин, елки-палки. Вот я забыл про эту фишку в Роблоксе, но это надо... О, я не... Иди ко мне в дом. А где ты? Вон мой дом, видишь кресло? Диван просто такой. Да, и чё? Это мой дом. Ой, опасно был сейчас. Да. Всё, садись на кресло. А, хорошо. Летучий противогаз. Летучий противогаз с невидимым пингвином. Я бы даже сказал бы какой-нибудь комбайн. Минуточку, а вот эта крыша от зимы защитит? Я без понятия. Ладно, просто... до свидания. Фух. А я где? Ты не можешь сесть на кресло? Я могу, я сижу. Ой, блин, меня связало с... А если он прыгнет, то все. Не, минуточку, если я умру, то поклонник тоже умрет. Это получается... Он мой поклонник, да? Да. Погоди-ка, и если он прыгнет, то он нет, тоже... Нет, это же... Нет, в этом отличие от лайфлайн. Лайфлайн — это взаимная зависимость. Его травит, а у меня жизни не уходят. У-у-у. То есть я могу сейчас его просто убить. По-хорошему. А, вот меня сейчас убили, и чувак тоже сдох. Минус два. Да.
Moonlight сейчас мне нацелила двоих. Кстати, очень удобно. Она что, последняя осталась? Да. Там Тимура заперли. Ах, бедный чувак. А тут чувак сидит в передержанном иглу. Сочувствую. Ой, его пришельцы забрали. Когда давно не проветривал. Ну, в принципе, ребят, я думаю, что раз мы оба вылетели, ну ладно, вот и раунд закончился, поэтому я хотел заканчивать раунд уже там, где было, но он и так закончился, можно и серию заканчивать, поэтому спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем палаточек, и всем пакета.